песня, которую написал великий композитор, который несколько недель назад попрощался с земным миром. Его зовут Леонард Коэн. Текст на эту песню сочинила наша близкая подруга Светлана Рязанцева. На наш взгляд, получилось очень красиво. Аллилуйя! Наш каждый шаг ведет туда, где вечность смотрит нам в глаза и спрашивает строго: аллилуйя. А я за ней иду вослед, в пути своем ищу ответ, зачем живу на свете. Что себя растратить, аллилуйя. На быт, на суету и бред, или на жертвенность побед, дай выбор мудрый сделать, все пойму я. Аллилуйя, аллилуйя. Если ты живешь во мне, не дай погибнуть в суете. Мы вместе этой вечностью рискуем. Во имя истинной любви от бед и зол меня спаси. Твой самый трудный час, тебя молю я. Трудный путь я весь пройду, мне не свернуть. Такой удел ты дал всем, аллилуйя. А мне еще позволю спеть об этой жизни, что-то спеть и рассказать другим. Тебя прошу я,